Отделение Пенсионного фонда России по Магаданской области изменило график получения пенсий и других социальных выплат на банковские карты. Теперь вместо 5, 6 и 9 числа каждого месяца колымчане будут получать пенсию 10 числа вместо 13 и 17, 15 и 21 числа. Изменения начали действовать с ноября. Хотим обратить внимание, что по договору с банковскими учреждениями суммы пенсии могут быть зачислены на счета граждан не позднее следующего рабочего дня с момента поступления средств из Пенсионного фонда. Например, отделение Пенсионного фонда перечисляет средства в кредитное учреждение 10 числа месяца. Банк имеет право распределить эти средства на счета пенсионеров как 10 числа, так и 11 числа. Также хотели бы обратить внимание граждан, которые получают пенсии и социальные выплаты через почтовое отделение связи, что 18 декабря заканчивается выплатной период пенсии за декабрь месяц. Поэтому тем гражданам, которые получают пенсию после 18 числа, как правило, нужно не забыть обязательно подойти в свое почтовое отделение не позднее 18 декабря и получить свою пенсию. В январе пенсии через отделение почтовой связи будут доставлять с 3 по 21 число. Колымчане, чья дата получения выплат попадет на Рождество, получат пенсию раньше с 3 по 6 января. Изменить организацию и способ доставки пенсии можно в любой момент. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это можно через специалистов клиентских служб Пенсионного фонда России, либо самостоятельно через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России.